Здравствуйте. Держись, я иду. Ну, приветствуйте, Архангел Гавриил. Все не так уж и плохо. Громила! Перезаряжаю. Это было очень неожиданно. Мы тут играем, и ты тут присоединяешься. Неожиданность такая. Есть такая, ну, конечно, неожиданная. Особенно тот, когда ты не появлялся на сервере хрен знает сколько времени. Фармик уже потерял тебя, если что. Не могу поверить. Что? Ты про кого? Фармик, фармозы. Потерял тебя. Тебе надо быть поосторожнее. Да? Еще один раз. Слышал, неожиданно. Спасибо. Ну да, конец. Ну, я не была за счет того, что на сервере, за счет того, что мы играли в шестой резидент с подругой и как бы решили поиграть там по сюжетке, поугарать немного. Ага. Находили его на сервер, но просто не так часто, как обычно. Перезаряжаю. Я сам вот только этот вчера или позавчера я только этот зашел на сервер. Вроде что-то интересное было? Вроде спокойно, а вроде никого нет. Ну, вряд ли что-нибудь интересное. Да мы как-то были. Там было, так скажем так, жестко. Пару раз очень много новичков было. Может, это связано с тем, что типа рабочие дни? Возможно. Перезаряжаю! Да и то, у них как обычно рабочие дни перезаряжают. Хотя, черти что. Сорян, я бы тебе шмальнула. Дай-ка я тебя полечу. Стой, стой, да лучше стой, дойти стой. До того места, где обычно тут кто-нибудь есть кто-нибудь подойдет к рации? Так гораздо лучше. Просто не очень хочется оставлять слишком много ботов. Взял шприц. Не всегда полезно. Ну вот, все хорошо. Вот эта пушка подойдет. Постойте, мне нужно подлечиться. Взял шприц. О, черт. Надо подлечиться. Лучше. Вот и я про то же. Здесь дубинка. Мы с подругой на эту карту залезли за счет того, что мы давно как бы не играли и решили пока разогреться, то есть после этой карты хотели на сервер зайти. Ага. Мы тут немного потупили за счет того, что непривычно тут в резиденте какое управление в шестом и какое в ФД. Мы тут так жестко тупили с этим управлением пару раз. Ну. В шестом же резике сначала прицеливаешься, потом стреляешь, а тут прям просто стреляешь. И мы так долго еще тупили, понять не могли, почему так, почему по-другому. Только потом допёрлось. Совсем по-другому. Я просто обычно, не знаю, пару месяцев назад просто я... Вообще, еще не появляться на сервере, потому что я был занят, забил другие игры. К тому же я получил на халяву Modern Warfare. Помнишь, наверное, фильм такой «Война миров»? Там про Замари была вторая часть как раз. Где этот снимался. Вот как раз это по мотивам фильма было. И поиграл чуть-чуть так, и... Вроде неплохо, по сети можно... Правда, там немного трудно, там тебе надо подбирать быстренько, мочить всех, там такая орда, я просто не охренел. Да и то, стримить и записывать эту игру мне совершенно просто не получится. Помните, это не поддерживает. Хотя у меня ребята нормальные.
перезаряжаю. Ну, да, в принципе, сейчас новые игры такие. То, что под них хорошее железо надо. Причем настолько, что требуется очень много денег. Ага. Да и желательно не это просто прям... обычный ящик покупать этот, где там все есть. А надо подбирать. Сам, короче, собирай, сам устанавливай. Да. Есть такая фигня. Ну, кстати, на моем стажерском, скажем так, компе шестой резик на максималках, по-моему, там даже ультра настройки, все. Без лагов, без багов и так далее. Вообще кайф идет. Я была удивлена. Я думала, он у меня на минималках пойдет. Не, ну. Потому что, что самое смешное, у меня второй ЛФДС, я играю на минималках, так как у меня жестко падает ФПС, и я лагаю жестко после этого. А шестой резик на ультре у меня идет просто как конфетка. Я понять не могу, с чем это связано. Даже не знаю, как это оценить. Слушай, а нам вроде не вперед надо идти. Это честно, я без понятия. А то стоим на месте, тут подкрепление нет, лестница перед нами. Больше как тайга, чем летать вперед фараоны. Я еще не заходила еще по той причине, то что я тут недавно игрушку брала себе по скидке Хайди. Вот. Меня она зацепила тем, что там типа загадки на уровне Портал. Какая игра, говоришь? Вот. А? Какая игра? Хайди. Хайди. Да, я припоминаю. Не, увидела я, конечно, кого-то. Я трейлер смотрела, ну как это бы. Мне она понравилась этими загадками и так далее. Я такая, я хочу ее пройти. И купила ее себе как за скидку, когда была скидка. Я ее себе взяла и прям, если честно, довольна осталась. Только правда, там очень жестко в том плане, то что чем-то она напоминает Resident. Да. Там эти ячейки, потом тоже прицеливаешься, как бы, шмаляешь, и это просто капец, если честно. А еще ты демку третьего резко играла? Мне объясняют, что чем пользоваться, как прыгать, как бегать, как садиться, там как хвататься и так далее. Это просто трындец. Первый раз я, наверное, подохла раз 20, наверное, может даже больше. Я 30 минут потратила на то, чтобы пройти чертово обучение, грубо говоря. Обучение без слов, без записи, понимаешь, да? Которые хотя бы как, что-то объяснялось, это просто для меня капец был. Слава богу, я играла на хардкоре, на легкой сложности. Хардкор я себе не поставила, чисто из-за того, что этот был бы слишком жестко для меня. Перезаряжаю! Надо перезарядиться! Бросаю
Я только успеваю за тобой бегать, и от тебя сбивать заражённых. Во-во-во-во, аптека, боеприпасы, скорее! Рукопашка в ход пошла. Тут аптечки, боеприпасы, вообще какая-то. Рукопашка есть. Прямо, ну давай поднимай, тут блевота есть, молотов есть, пайпа есть, вообще зашибись. Я нифига не вижу, абсолютно не вижу. Да вот вот я справа. Я подбивала этого танка, ой, обливала его. Нам наверх. Куда идти-то? Я тут наверху. Да, я сама не знаю, первый раз как походишь, прям вообще первый раз. Хотя ко мне поднимись, а то сейчас тут неприятности. Господи, эти зомби как чертовы тараканы, вот, ну вообще. И капец, мы привычны до этих. Ну да, хвосты тоже. Мне даже 18 патронов осталось. У меня сегодня все просто ползут. Я понять не могу. Я что, такая вкусная? Я же мясом обмазываю. А обычно все наоборот. В смысле наоборот? Обычно все скачут на ЛСМ наши. Мне нужна помощь. Перезаряжаю! Помощь? Я бы сейчас не помешала. Нам, по-моему, надо наверх. А как на другую сторону? Я тут что-то даже не знаю. О, как! Нужна помощь. Все, я иду медленно. Очень медленно. На помощь! Ты полечи? Я тебя не брошу, но ты так, все равно вставай. Походу... А, нет, нет, ты. Ребята, бегите сюда! Я... Выход, и там. У меня 1% хп, сейчас я залезу. Ты, по-моему, где-то там, так что поаккуратнее. Текаем по возможности. У меня ЧБ. Текайте, хлопцы! Я, если что, с собой тут пожертвую. Охотник с собой!
Все, это последние патроны. Я застряла. Да, я помню. Я такая, знаете, покатилась, ты такая по этой, по... Так, это что-то. По склону. Если честно, это мне чем-то напоминает. Тут, короче, диалог такой смешной был. Короче, как Слушай. Сказать? Элис что-то там сказал, что-то, наверное, неприятное. Вот. Все на него такие, типа, Элис, и Ник такой, типа, я ненавижу тебя, Элис. Тут говорит, я тебя люблю, и потом ему, короче, такой выдает. Типа, у тебя какашка на этом, на плече. Тот как заорал. Да-да-да. Диалог такой смешной. Всё, и тут просто все, кто типа на него такие, типа, Элис, я тебя ненавижу, Элис, и Элис такой спасается, а остальные дохнут. Какая ирония. Потрясающе просто. Ты на сервер зайдёшь? Обязательно.